Шумилов, басист Феликс Аксенов. Еще будет помогать Сергей Чашкин, он известный нам, потому что мы его не хотим отпускать так просто. Отыграл один раз и уехал. Что такое? Он должен из концерта быть на сцене. И, наконец, конечно, шеф фестиваля, пожалуйста, сюда, обязательно присутствие. Во-первых, полный контроль над всем, а во-вторых, лишнее соло не помешает. Так что, Олег Касимович. Когда джаз был прикладной музыкой, ну, много людей, которые там, я могу сказать, у вокалистов была тяжелая судьба. Они пели это две песенки за вечер или три песенки за вечер, но по контракту они обязаны были сидеть на сцене в ряду саксофонов и никуда не деваться, нечего там вышивать или читать книжки за кулисами, такого не было. Вокальные ансамбли, если в ансамбле были, они тоже все проседали, никуда не задеться. На рабочих и все. Сегодня другое дело. Вокалист выходит на один свой сет, и даже момент, когда музыкант импровизирует, может уйти и повернуться. Майлз Дэвис делал только так. Он никогда не слушал соло партнеров, он выходил. Но мы внимательно слушаем, мы следим. Почему? Потому что мы хотим услышать друг друга и хотим быть близко. Если мы вставим две-три ноты неожиданно для вокалистки, от этого она не погибнет, не собьется. Это не странная певица, которая обернется, даже что-то я пою. А вы что? А вы ничего. Это я пою. На эстраде все наоборот. Там певица, огромные буквы, внизу играет ансамбль. У нас наоборот. Играет джаз. И все одинаковыми буквами. Поэтому все эти люди отделаны одинаковыми буквами. Но, как говорил Оруэлл, все звери равны, но некоторые равнее других. Это все-таки вокальное отделение. Ирина Аванина. Я первый раз в вашем городе. Я очень благодарна, что вы с нами, и очень благодарна Олегу за то, что он пригласил на этот замечательный фестиваль. Меня очень вдохновленное состояние. И первая песня — это авторская песня, я привезла ее из Казахстана, наших казахстанских авторов. Она называется «Мэйли». Она передаст всю полноту чувств, которые я сейчас испытываю. Thank you.
Gracias.